яблоковод. Клап. Вон, яблоко, огрызок тоже. Яблоко с... Огрызок, да? Это не огрызок. А что это? Яблоко. Надкушенное. От которого откушенный кусочек. Ой, там. Ай, что там, опять эти полудурки. Кто-то выезжал не по правилам-то. Бараны конченые, блин. А что, знак есть? Плевать на знак. Этот троллейбус-то, видимо, не может пробраться из-за этого. Проблема-то не в троллейбусе, вон, видишь, как они еле-еле сигают. Что, какой-нибудь козлатур опять выезжал? Бач, это за цифра там 44, то есть... Где? 40. Где? Вон там, на ближнем фонаре. Вот видишь, на фонаре. Так это... Порядковый номер, видимо. Смотри, смотри, вот он сейчас, если оторвется, видишь, смотри, что... Троллейбус еле-еле проходит. Видишь? Он смотри, где у него. Вот может закоротить. Ой, все, машина. Бабам, еще один. Вон, смотрите, видите, что? Рога отвалился. Ну, рог отвалился. Вон, смотри. Что сейчас делать? А сейчас рога прицепят и... Поедем. Перевешивать, перецепляться. Видишь, как ему все неудобно. Как они так зацепились-то? Тот вообще стоит тайно. Да, видимо, какой-нибудь козел отсюда выезжал, и он, к примеру, уехал. Папа. Вот, Катечка. Правила соблюдать надо. Вот здесь где-то знак висит. Так, надо дальше запись не нести. Что-то веселенькое попалось. Есть знак направо, нет, блин, лезут. Папа, почему рога такие? А каким он еще будет? Я видела один троллейбус с рогами, у него были не такие огромные. Ну вот это тут огромное нашел. Какие выдали? Так, предпоследний ряд наш будет. Так, отлично. Папа, а можно с тобой погуляю? Пожалуйста. Там, правда, внутри что-то сделали интересное. Может, туда пойти? Там на втором этаже уже сделали.